господа, пожалуйста. Разрезаем эту ленту, что является символом начала работы и деятельности дата-центра «Кей Пойнт». Сегодня резидент ТОР, территория опережающего развития Надеждинская, Кей-Пойнт, запустил в промышленную эксплуатацию коммерческий центр обработки данных международного уровня. Услугами Кей-Пойнт смогут воспользоваться сотни ведущих предприятий реального сектора экономики, средний и малый бизнес, государственные компании. Такого большого коммерческого центра обработки данных, прошедшего и получившего сертификацию Uptime Institute по уровню надежности Tier-3, на данный момент нет ни одного восточнее Новосибирска. Это первый дата-центр, сертифицированный по всем международным стандартам на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Ближайший подобный объект – Новосибирский. Вот, соответственно, это раз. Второе, он является доступным для всех абсолютно клиентов, и для государственных, и для коммерческих. Он оператор независимый. К нам приходят все операторы, федеральные и региональные, и, соответственно, могут свои сервисы оказывать. Это банки, это ритейл, промышленность. Мы искренне рады, что нам удалось в такие крайне сжатые сроки построить великолепный центр обработки данных международного уровня, который успешно прошел сертификацию Международного института. Он полностью соответствует стандартам по созданию центров обработки данных. Теперь такой прекрасный продукт доступен жителям Приморья. Это здорово. Это огромное удовольствие для финансирующих организаций приезжать и открывать уже готовые объекты. Я помню Восточный экономический форум, где мы с вами подписывали соглашение. Прошло чуть больше года, мы с вами открываем этот объект. Это супер! Центр обработки данных Кей-Пойнт емкостью 880 IT-стоек и мощностью 10 мегаватт реализуется по модульной технологии в две очереди. Проект стоимостью 1,5 миллиарда рублей осуществлен с использованием инструментов льготного финансирования приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальнего Востока. Сегодня в эксплуатацию была введена первая очередь. Экономика разворачивается на восток, транспортные потоки уже поехали, информационные потоки поедут за ними же, образовалось 3000 проектов на Дальнем Востоке. И это только за 8 лет. Каждый год мы думаем, как лучше работать с инвесторами, как привлекать, какие условия создавать. Реализация каждого инвестиционного проекта, который желает развиваться на Дальнем Востоке, для нас является приоритетом. В современном мире любая компания, которая заходит в какой-то регион, ну для нее просто это must-have, это такой дата-центр, где они должны размещать свои данные. Уровень деловой активности на Дальнем Востоке постоянно растет, а вместе с ним и потребность резидентов в качественной обработке больших объемов информации с высокой степенью защиты. Не знаю, задумывались вы когда-нибудь или нет, но каждые 2 года, каждые 3 года объем данных, которые мы с вами производим и записываем и храним, удваивается. Передавать их по каналам связи на большие расстояния крайне дорого, поэтому развитие локальной инфраструктуры, собственно говоря, региональных ЦОДов, это то, что в обязательном порядке должно быть для того, чтобы просто мы могли жить ровно так, с тем уровнем сервиса, к которому мы с вами привыкли. Как отметил генеральный директор Кей-Пойнт Евгений Вирцер, развитие в регионе информационной структуры создает задел на скорое внедрение перспективных технологий и сервисов, такие как сеть 5G, искусственный интеллект, беспилотный транспорт, выводя Приморье на качественно новый уровень цифрового комфорта. В феврале начинается строительство 2-й очереди центра обработки данных. Ирина Шилина, Илья Иванов, новости на 8-м.